Кадырали Болманов, Караката Бильдина и группа Улытау в Караганде. Знаменитая творческая пара и всемирно известная группа выступили для карагандинских поклонников. Эксклюзивное интервью со звездами казахстанской эстрады в следующем материале. Почитателей творчества казахстанского дуэта оказалось немало. Свободных мест в здании цирка почти не было. Первых своих зрителей порадовала «Каракат», исполнив ряд своих знаменитых песен, как народных, так и эстрадных. Талантливые участницы знаменитой певицы приехали поддержать наставницу. Уже довольно длительное время студия «Каракат» обучает искусству игры на дамбре, житыгене и сассырнай, благодаря чему нынешнее поколение получает в первую очередь национальное духовное воспитание, что очень важно для казахского народа, отмечает Кадырали Болманов. Мое творчество связано с пропагандой культуры казахского народа. Все проекты осуществляются в целях развития родного языка и казахских традиций. Развитие страны в целом связано с развитием культуры, достояние казахской культуры, дамбра и других национальных инструментов, и поэтому мы намерены продолжать свою работу в этой сфере. Для караганинской публики выступила и не менее популярная группа «Улытау». Коллектив считают одним из самых значимых казахстанских творческих проектов, аналогов которых нет во всем мире. Это слияние западной и восточной культуры, где мягкое звучание скрипки гармонично переплетается с завораживающими мотивами казахской дамбры. Причем оригинальным решением являются современные аранжировки на основе рок-музыки. Группа исполняет произведения величайших композиторов Курмангазы, Дауликерея, Татимбета, Твиндиева, Баха, Вивальди, а также других. Что еще хочется добавить? Раньше в истории творчества не было таких групп, как «Улытау». В таком формате никто ранее еще не выступал. Это все особенности сегодняшнего концерта. Карагандинцы надеются, что это не последний концерт творческой пары и группы «Улытау». И в будущем они снова порадуют новыми песнями и музыкальными композициями. Нурила Туржан, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.